29 августа на площади около администрации прошел совместный инструктаж полиции, сотрудников добровольной народной дружины и казачества. Такой развод правоохранительных органов и добровольцев проходит ежемесячно. Со стороны полиции на инструктаже присутствуют сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковые уполномоченные, специалисты инспекции по делам несовершеннолетних и кадрового аппарата для координации действий нарядов. На инструктаже полицейские демонстрируют физическую подготовку, отработку действий при захвате нарушителей и преступников. Экипажи ГИБДД проверяют готовность транспорта к выезду на ДТП и задержанию виновника при попытке к бегству. Все службы правоохранительных органов постоянно работают совместно с добровольцами из ДНД и Десногорского казачества. Народную дружину мы взаимодействуем с сотрудниками участковой, которые обходят придворовую территорию, также сотрудники ППС, которые патрулируют. Выделяем одного сотрудника, два сотрудника народной дружины и один сотрудник казачества. То есть уже как бы четыре человека – это приличная сила, чтобы патрулировать и пресекать разные правонарушения на территории нашего города. Такое взаимодействие всех сил дает уверенность, что десногорцы могут чувствовать себя спокойно на улицах города днем и ночью.